Греко-католический храм святого пророка Ильи 1937 года. Однажды по новостям я увидел, как на Западной Украине пилили лес, и одно дерево не могли распилить. Позже, когда дерево раскололось, увидели там чудотворный крест. Сейчас он хранится в этом храме. Произошло это в 2004 году. Я всегда хотел его увидеть собственными глазами. Люди встают сюда на колено и прилаживаются. Видите, можете сфотографировать, а там есть столик, там можно уже освячить фотографии этого четверного креста, можно придбать и историю. Колоду, и да, там в середине. Да. Случайно, он сам дуже розкололися, бо не поддавалося. Вони питалися, а пила електрична переставала сверлити. Ми ставили, бум, заглохло. Бум, заглохло. Що таке? А коли розкололи там крест, вони на коліна всі попадали. Говорить, не треба було різати це дерево священне. Я увидел его собственными глазами. Друзья, это действительно чудо. У меня нет никаких объяснений, кроме того, как произошло чудо. Возможно, Бог нам такими знаками напоминает о себе, для того, чтобы люди меньше грешили, больше верили. И я считаю это хорошо. У меня все. До новых встреч. Всем добра.